Жизнь мексиканской листобложки – процесс весьма интересный, трагичный и непредсказуемый. Казалось бы, кушай листочки и размножайся. Конечно, есть еще хищники, которые не против полакомиться этим насекомым, но мексиканская листобложка нашла себе друзей. Она какает сладкими фекалиями, от которых в восторге муравьи. Рискуя жизнью, они готовы защищать свою сладкую ферму от личинок божьей коровки, гусениц и даже ос. И все бы хорошо, но листобложки заражают цитрусовые деревья болезнью желтого дракона, а плоды на таких деревьях не дозревают, нанося тем самым многомиллиардный ущерб. Пестициды не давали хорошего результата из-за труднодоступности листоблошек, и ученые решили избавиться от местных муравьев. Численность их популяции скорректировали с помощью яда, и защищать листоблошек стало некому. Хищникам теперь гораздо проще поедать листоблошек, зато цитрусовые в садах снова сладкие. А как вы относитесь к такому подходу в борьбе за урожай?